А это курма. Вот этот тутовник. Угу. Вот они. А это уже чтобы. Вот после нее уже бабочка, да, да? Вот, вот это. Я вам же. Вот. Мы когда населением даем, они у нас вот кормят лепестками. Они очень маленькие бывают. Кормят, кормят, они растут, растут. И на 25-й день достигают до 10 сантиметров. На 25-й день. На 25-й день они засыпают и себя обворачивают в этот шелк. Они вот внутри. Вот там, вот это внутри. Вот эта гусеница да. Внутри, да? Когда она целая, с 1000 метров до 2000 метров выходит вот этот шелк. С 1000 до 2000 метров. Ее, значит, мы что делаем? Кидаем в горячую воду. И, видите, вот, оно на обели. Сейчас я вот сюда. Обычно палочкой вращают. Ага, все, вижу, вижу. Все. А, сейчас. Сюда, камеру поймает, не поймает, не знаю. Давай, давай, вот, давай, она, давай, давай. Она палочкой вращает, находит узелки. Вот ага, они. Ага. И вот, если вы видите, здесь 40-50 штук, одна в нитку превращается, 40-50 коконов, в одну ниточку. И вот до последнего мы обматываем, и в итоге остаются вот куколки. Мы это рыбам даем. Ну да, рыбы любят. Очень любят. Они даже, они даже с нами разговаривают. Пожалуйста, хозяин. Если мы ее быстро не переработаем, то? То. Это как большая прялка. Мы, если ее быстро не переработаем, внутри превращается наш червяк в бабочку, съедает и вылетает через вот эту дырочку. То есть и уже кокон испорченный. Не, он не то, что испорчен. Но плохо просто там разматывается. Просто не тысячи метров здесь а выйдет, просто они отдельно-отдельно. Да, да, вот их, ну я понял, да, как они рваные получаются. Рваные, да. Это сейчас вот здесь посмотрим. Только вдвоем они работают, да? Или да. Тут еще, или не, вот хватает, после, да? После того, как она соберет в бобину, эту бобину ставим сюда и мотаем вот на вот эту. Ой, как я много читала и первый раз вижу все это. А, вот и там еще. Так, что у нас здесь? Вот готовую ткань я вам показал. Шелка готова, обработанное сырье. Значит, у нас здесь вот целый заказ берем. Вот, например, вы нам заказали 100 метров в длину, ширина 50 сантиметров. Мы этот весь заказ сюда ставим, на нем рисуем дизайнерскую работу. Значит, что? Вот как вы видите вот этот материал, то, что нарисовано здесь, то, что нарисовано, мы рисуем в ткани. Сначала рисуем в ткани. С чем рисуем? Целиком делаем. Рисуем целиком, красным целиком. По частям не надо у нас. У нас натуральное. Например, 50 метров краску дадим, остальное в другой раз другой цвет может да, получиться. Да, понимаете? Да, из этого мы целый закат в одном закате. В одном цвете очень. Целиком делаем. Значит, целиком рисуем узор даже. Потому что, чтобы в другой раз получится по-другому. Это все ручное. У нас без химии. Знаешь, что у нас это? Это наш карандаш. Здесь вата, земля обычная и вода. Это карандаш. Мы сначала рисуем с карандашом. Ее можно стереть, если неправильно. Мамраги бармуртки, запись холодная, бармуртки. Так. Потом что? Мы обводим ручкой. Ручка это у нас вата, сажа от костра и вода. Офигеть! Мы, значит, после карандаша рисуем черной. Это наша ручка. Мы без химии пользуемся, чтобы было все натурально. После того, как нарисуют, что мы делаем? Берем скотч, заматываем. Вот. Каждый цвет отдельно заматывается. Этот цвет другой, этот цвет другой. Видите? Заматывается все отдельно. Вот целый. Вот. Целое искусство это вообще. Да. Вот. Мы открываем то место, где надо покрасить.
целый заказ красный на трубе сегодня в красный свет, откроем, где красный. Потом закрываем красный, открываем черный. Закрываем черный, открываем синий. Этот процесс долгий очень. Каждый свет отдельно открывается и закрывается. Ну, уже отработано. Здесь вот коричневый, так я понимаю, остальное все замотано, да? Да. Замотано, и тут коричневый цвет. И там тоже бордовый, типа бордовый. Угу. Видишь, а все замотано и остается белым. Обычным. Из фрукта мы берем цвета. Граната обычная. Граната, грецкий орех. Обычный грецкий орех. Граната, яблоко. Наши все фрукты. Мы их сушим, превращаем в порошок и кипятим. Значит, это дерево акация. Это ее лепестки. Это твердое самое дерево акации. Акация, да. У нас здесь что? Всякие корни от дерева. Вот они, корни. И вы сами знаете, мы и с луком пользуемся, потому что луком вы тоже пользуетесь. Да, 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 шелуха, да, всегда желтый цвет. Да, вот это то, что я, вот это то, что я говорю, корни от дерева. Видите, в порошок превращаем, что оно происходит. Вот это вот граната, гранатовый цвет. Вот это вот грецкий орех. А это индиго. Синий. Синий. А его из чего берут? Это растение. Растение оно, такое? Это растение, это кустар. Он в Индии и в Афганистане. Раньше мы их привозили. А сейчас у нас в Каракалпакстане уже сажают. Уже сажают. Уже сажают. Значит, у наших мастеров свой секрет. Они берут, мешают, у них каждый раз... Другой цвет получается. Но об этом нам не говорят. Это малейший секрет. Ну правильно, да. Везде должны быть секреты. Везде должны быть. А закрепляем цвет с чем? Как говорится, соленый камень или как он такой острый, соленый... Лизунец? Типа лизунца, да. Который животным дают-то, да? Нет, который мне вот мать давала. Если прыщик на языке раз, и вот им раз мажешь, и он просто уходит. Когда гепс уходит на язык, да, вот сюда, да. Он так щипит уже, да, но быстро проходит. Быстро проходит. Вот этот вот, да, это закрепляет цвет. Ну как называется, не знаю. Что-то так у мастера. Я тоже забываю трудное имя. Ставим. Вот нам, например, розовый мы хотим. Розовый хотим. Розовый сделаем. Все покрашим на розовый. Огонь бывает, оно кипит прям. После розового кидаем чуть-чуть красного, оно становится красным. Красный возьмем, покрасим. После красного добавим. После того кидаем в центрофугу. Оно ее более сушит. А потом у нас солнышко-центрофуга. Ну да. Натуральная центрофуга. Их 35-40 штук. Это наши натуральные цвета. Что я хочу вам сказать. Ковер без истории не бывает. У каждого ковра своя история. Ковер просто так никогда не счет. У каждого ковра своя история. Этот ковер 2х3. А у них выходного нет? Вот я вам все объясню. Этот ковер 2х3. Работают две девочки. Он, если они в субботу-воскресенье работают, ее за 8 месяцев закончат. Если они в субботу-воскресенье отдыхают, то целый год уходит, чтобы его сшить. В один квадрат сантиметр 16 узелов. Вот она, узелки делает. Так-то бери. Делайте. Приблизим. Хлори. Вот узелки вот такие, 16 раз в 1 квадрат сантиметр, представляете? В день они только шьют 1 сантиметр, от начала до конца. Ой, на коленках сидеть, я сразу обратила внимание, такой, я встаю, у меня колени болят, сидеть на коленях. Они молодцы, девочки. Молодцы. Мы им можем создать условия еще лучше, человек быстро устанет. Надо именно в таком режиме работать, потому что наши предки работали так. Ничего страшного. Вот в этом темпе они... Так же по схеме и по первой. Вот этот ковер вот они шьют. Вот он. Вот он.
что мне вот нравится. Вот этого ковра оригинально висит у вас в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. В Питере вот этот ковер, вот он. Он считается алтайский. Ему 2500 лет дали русские археологи. Его нашли 80 лет тому назад в Алтае под льдом, в горах. Угу. Никто не знает, сколько лет, сколько век он в воде постоял. Угу. Но цвет сохранен. Он у вас в Эрмитаже висит. Это наши копии, нам заказывают копии. Две видов. Мы им проезд заплачиваем, обед бесплатно даем, зарплату. Они рады то, что мы их принимаем на работу, какую-то пользу приносят. Понимаете, у них коллектив, чем дома сидеть. Вот идемте, они без руки. Они какой-то... Вот! Салам алейкум, армия. Вот, я вам сказал, почему мы рисуем на нитках. Здесь дизайнерская работа и краска. Дизайнерская работа, видите, узоры. То, что мы нарисовали, а потом красим. Вот об этом я и вам хотел сказать там. Дизайнерская работа прям на нитках. Вот. Видите, обычная нитка крашеная. Никто не подумает, что здесь есть узор какой-то. Да, да. Когда мы их распутываем, значит у нас получается вот уже что. Узор. Понимаете? Вот о чем я вам хотел тогда объяснить. Да, да, да. Вот даже, вот смотрите, какая красота. Вот. Это узор, это красота. Красота. Красоту создаёшь, да? Самое главное, это вручную всё делается. Да, то есть... Вот это челнок. Как он так быстро-то? А мы-то руками. Вот раньше на это времена мы ткали тоже, бабушки-то наши. Руками вот этого крыля. Здесь у них уже... Он летает тут мгновенно. Да. Бросает туда-сюда, туда-сюда. И обратите внимание на наши женщины. Они, у них ноги работают, руки, глаза, мысли. Сердце работает. Если она в сердце не даст, этот материал не продадится. Да. То есть просто сейчас вот эти нитки уже соединяются вот этим шелком. Да? Вот это основа. Как она? Уток называется или как? Это плохо. На уровне шелка. На уровне шелка. Это наши предки вот так занимались. 7-8 веков тому назад. Как называется? Атлас, адрас, здесь все есть. Немножко, да? Чтобы показывать себя. Девочки, здравствуйте. Салам алейкум. Она шьет жар птицу, вот ее ножки. Вот она. Жар птицу. Поняли? Конечно, поняли. Как же мы не поймем-то? Значит, самое главное здесь, потрогать. Да, что здесь, я хочу сказать. В один квадрат сантиметр 100 узлов. Не 16, а 100 узлов. Ух ты. Вот это, он будет 70-90 сантиметров высоты. На нее уходит 6-7 месяцев. Вот она работает 6-7 месяцев. Будет работать, чтобы закончить. Прессуй. Да. А потом обрезать, там специальный нож, да, есть? Да, качество, да? Обрезается. Вот и он. Ага. А, вот он как. Да. Ага. И вот они. Угу. А в итоге мы потом, что, мы с них подушки. Да, точно. Драгоценные. Это безотходное, да? Это очень дорогое будет. Это натуральное. Да. Это мы уже шили, это нашего президента дорогого. Это вот это сейчас она делает? Да, именно вот это. Вот она тут. Бегают ткани издалека. Это шелк. Шелк, ребят. Вот тут цена стоит в долларах. Да. В нем 4 килограмма шелка.
Шелк стоит $55. Значит, $220 уходит на шелк. Угу. Плюс самая дорогая здесь дизайнерская работа. Да. Плюс краска. И плюс 6-7 месяцев вот эта девушка сидит, шьет. Угу. Понимаете? Угу. Если она по 50 долларов зарплату берет, значит, это $300 ее. Угу. Нашему начальнику остается $200 максимум. Угу. Но в Турции наши ковры берут, у нас дешевая работа просто. Угу. Очень дешево работают. Угу. Наши вот эти ковры, они продают по 4-5 тысяч долларов. В Турции. У них за 50 долларов никто не будет работать. Угу. Там минимум зарплата 450. Ой, какой. Воздушная, да? Невесомый. Вот натуральность-то. Угу, совсем легкий. Шарфики. Вот которые продают на рынках-то. На рынках-то шарфики. Здесь, когда его открыли, это первая мечеть. Здесь. Вот это для мечеть. Вот это мечеть была, вот эта маленькая комната. А-а-а. Как ее построили, ее сделали в мечеть. Угу. Ильгиз, скажи, что это оригинальный потолок 1852 года, да? Вот это 15 лет тому назад мы покрасили, очень некрасиво, очень некультурно. Мы сразу остановили. Очень неправильно, кажется, было бы, если мы его тогда... Вот все покрасили бы, да? Да, мы оставили оригинал. Очень некрасиво даже, видите? Ну, представляете, 1852-й краска еще держится. Это же как это? Это как это? Это как это? Я вам еще раз говорю, это наши предки. Все натурально, да. Это наши предки. Вот такие они у нас были, предки.